13 января все журналисты страны отметили свой профессиональный праздник. В этот день в постоянном представительстве в Республике Саха-Якутия в Москве состоялась традиционная встреча журналистов, которые долгие годы работали в Якутии. Наталья Сазонова продолжит тему. Многие из тех, кто пришел сегодня отметить свой профессиональный праздник, знакомы не один десяток лет, поэтому большая часть мероприятия была посвящена воспоминаниям, и слова «опомнишь» звучали из уст почти каждого присутствующего. Кроме того, многие выражали слова благодарности якутской прессе тех лет, считая, что именно тогда они получили путевку в жизнь. Многие выразили озабоченность и огорчение нынешним состоянием ряда республиканских изданий. Ну а руководитель якутского землячества в Москве Людмила Павлова вручила ветеранам журналистики благодарственные письма. А бывший спецкор газеты «Социалистическая Якутия» Виктор Асачи презентовал коллегам авторскую книгу о туризме в Якутии. Главную мысль, которая прозвучала сегодня, пожалуй, можно сформулировать так. Находясь уже давно на заслуженном отдыхе, мы бы хотели быть полезными родной республике. Мы очень благодарны, во-первых, руководству представительства, что нас здесь принимают, что нас здесь помнят. И наши мысли некоторые, так сказать, используют в работе. Мы, так сказать, постоянно общаемся. Это просто прекрасно, потому что мы все преданы Якутии. Наталья Сазонова, Александр Яцентюк, НВК Саха, Москва.